Приветствую вас, друзья! Спасибо, что вы со мной. И благодарю всех, кто оказывает поддержку. Очень такой простой домашний ритуал, который поможет вам привлечь в дом достаток, привлечь изобилие. Что для этого нужно? Обряд не привязан к лунной фазе, делается в любое абсолютно время. Когда вы дома, перед завтраком, обедом, там, ужином, режете хлеб, собирайте все хлебные крошки, но не выбрасывайте их, а кладите в отдельную чашку или в отдельную тарелочку. И эту тарелочку ставьте на стол, пусть она будет на столе у вас стоять, не убирайте ее со стола. И вот пусть она там будет в течение 3 дней стоять. И вот за эти 3 дня все крошки от обеда, завтрака, ужина, все хлебные крошки или хлебобулочных изделий каких-то, может быть, печенье, вот все складывайте в эту тарелку. А на 4-й день тарелку эту нужно вынести на улицу и высыпать содержимое, ну, все эти крошки, вот в том месте, где это могут склевать птицы, ну, или съесть какие-то животные. Если вы живете в частном доме, и, например, у вас на улице собака живет, вот можете ей в чашку это все высыпать. И вот когда будете высыпать, произнесите такие слова: как из дома остатки, так и в доме достаток, истинно. И вот, делая так регулярно, вы притянете в дом изобилие. У вас всегда в доме будет достаток. Откроются для этого все возможности. И еще, друзья, вот как растопить сердце человека? В хорошем смысле этого слова. Поселить в нем любовь. Обязательно посмотрите видео, которое сейчас во всплывающем окне. Там все подробности. Благодарю вас за внимание.